Дональд Трамп прошел формальный арест. Он прибыл в Атланту на частном самолете и прошел все необходимые процедуры. У него взяли отпечатки пальцев и сфотографировали. Менее чем через полчаса экс-президент вернулся в аэропорт. Суд в штате Джорджия определил залог в размере 200 тысяч долларов и разрешил Трампу оставаться на свободе. Напомню, бывший президент и 18 человек были обвинены в попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года. Политик проходит в общей сложности по 4 уголовным делам, и это не мешает ему участвовать в предвыборной кампании. Все обвинения Трамп отрицает.